За последние годы дизайнеры изображали на футболках какие угодно мысли, от текстов песен до политических лозунгов. В нашем случае это призыв к легкости, искренности и креативности. В сочетании с мягкими брюками на резинке и шерстяным кардиганом создается острый и динамичный повседневный образ. В черно-белом варианте представленные в спортивном стиле тексты выглядят не элегантно, но драматично, а двухсторонняя модель позволяет дозировать присутствие этого принта. Буквы и тексты могут также участвовать и в смешанных принтах, например, сочетаться с полоской или блестящими фактурами. В каком бы виде ни появлялись на одежде буквы и слова, они всегда вызывают интерес и желание рассмотреть, прочитать, при возможности перевести на русский и понять смысл написанного.